всю войну под завязку. Я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Ну а он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, 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 добрее. Ну а мне повезло, и я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол, но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, 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 вернулся. Ну а ваш не сумел. Он кричал напоследок: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь, доносилась сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Так что я вот вернулся, 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 вернулся. Ну а он не сумел.